Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». В этом видео поговорим о солнечном затмении в декабре. Как оно повлияет и на кого как повлияет, что делать в эти дни. И самое важное, как обнулить негативную энергетику в декабре 2019 года. Конец 2019 года ознаменуется важным астрономическим событием. Произойдет самое мощное солнечное затмение за последние 250 лет. Оно даст всем нам возможность обнулить прошлое, переписать настоящее и изменить будущее. Самым важным явлением в декабре станет кольцевое затмение Солнца. Луна буквально в это время войдет внутрь Солнца для наблюдателя, конечно же, Земли. Это событие с нетерпением ждут астрономы. Но с опасением ждут астрологи и биоэнергетики. А связано это с рядом характерных особенностей, привязанным к данному космическому необычному явлению и очень редкому явлению. Затмение спровоцирует в грядущие дни и месяцы уже будущего 2020 года кардинальные перемены. Оно изменит наш мир, нашу жизнь и наше мышление. Поэтому, чтобы избежать проблем, мы рекомендуем обнулить негатив, который тянется из далекого прошлого и из прошлого нашей этой жизни, и подготовиться к встрече совершенно новой, абсолютно новой жизни. Итак, солнечное затмение в декабре 2019 года. В четверг, 26 декабря, это будет самый разгар новогодней суеты и различных приятных хлопот, встречи Нового года, а именно 26 декабря в 8 часов 12 минут по московскому времени произойдет кольцевое затмение Солнца в аспекте к Нептуну и в созвездии Козерога. В этот момент, именно в это время перезапустятся все энергетические процессы на нашей планете. На непродолжительное время энергетические потоки будут прерваны, но после этого события потоки вспыхнут еще с более огромной силой, и эти потоки будут уже абсолютно новой созидательной силы. Что произойдет в этот момент? На уровне энергетики произойдет полный перезапуск всех процессов. Все начатое на пороге затмения потеряет силу и лишится энергии для развития и дальнейшей реализации. А вот на уровне психики мы потеряем контроль сознания над подсознанием. Это обязательно спровоцирует бесконтрольную реакцию. Может быть такое состояние, как беспокойство, будут приходить в голову тревожные мысли, ощущаться будет психологический дискомфорт. А вот уже на уровне событий, которые будут вокруг нас бурлить 26 декабря, перемены затронут судьбы очень многих людей. События повлияют на быт, на устоявшуюся привычную жизнь, на наше мышление и даже на личные отношения. Произойдет снос старых схем, уйдут старые файлы, а принятые решения могут нести, к сожалению, иногда фатальный характер. Учитывая тенденции наступающего затмения, астрологи советуют провести ментальную работу над собой, чтобы обнулить негативную энергетику, накопленную за последние годы. То есть сам собой работай и готовь себя к новому важному событию в нашей жизни, к новой жизни. Обнуление негатива 26 декабря. Чистка с восстановлением.
Полноценно жить с негативом невозможно. Рано или поздно он побеждает, он давит, он уничтожает изнутри человека. И вот, когда вот этот негатив полностью разрастется, как рак, тогда человеческая судьба рушится. По вине мощного солнечного затмения судьбы многих людей могут быть разрушены в преддверии новогодних праздников. Ведь это будет 26 декабря, несколько дней и Новый год. Вот один из способов справиться с плохим, деструктивным влиянием. Этот способ называется сброс. Сброс негатива – это освобождение от переизбытка негативной энергетики. В первую очередь, это способность психики заканчивать, трансформировать, отпускать и освобождаться. Вот эти четыре шага, сейчас более подробнее о них расскажем. Первый шаг – заканчивать, завершать. Что это значит? Это значит осмыслить прошлое и происходящее, сделать выводы, принять решение и больше к этому не возвращаться. Это очень важно. Без этого дальнейшие шаги не имеют смысла. Сделали завершение, осмысление и затем переходим ко второму шагу. Второй шаг – это трансформация. Это значит создать условную энергоформу, в которую будет произведен сброс. Ну вот это примерно так. Мы записываем все свои проблемы на листке бумаги, а потом сжигаем его. И записывать лучше всего по опыту меня, моему опыту и по опыту моих друзей, родных, лучше на листе чистом. Лист бумаги должен быть чистый. Никаких клеточек, никаких линеечек. Но, естественно, осознав все, мы сжигаем это и отпускаем. Вот это уже третий шаг. Отпустить. Это значит оборвать вместе с огнем, оборвать все энергетические каналы и связи, не оставляя путей, по которым негатив из прошлого может вернуться. У многих из нас загвоздка именно с отпусканием, а не решением проблем. Сбросить можно не только абстрактный негатив, но и людей. Следующий шаг, завершающий – освобождение. Нужно освободиться. Это уже тоже символическое действие, которое условно освободит от сгустков негатива на тонком плане. Ведь это все происходит не только на нашем физическом теле, где и проявляются болезни, но нужно провести работу и на тонком плане, во всех своих полях. В основном это напоминает ритуал. Освобождение может быть символическое принятие душа, сидение у костра, выброс старой одежды. Самое главное – подвести черту, сделать символическое действие, после которого станет очень хорошо и спокойно. После того, когда совершите сброс на психологическом уровне, необходимо создать энергетические посылы на омоложение, исцеление, отказ от негативных установок и дурных привычек. Решите в первую очередь семейные родовые проблемы. К примеру, люди, имеющие глобальные проблемы в жизни, это большие долги, трудности с созданием семьи или трудности с рождением детей. Вот можно в этом случае воспользоваться медитативными практиками на позитивные перемены в важных сферах жизни. Далее, что можно сделать? Гармонизируйте свои мысли и желания. Гигиена сознания очень важна. Экология сознания. В это время как раз показаны молитвы, общение с духовными наставниками, посещение храмов, благодарность к близким, позитивные установки.
В день затмения можно запрограммировать свое будущее, но лишь при условии, что желания будут обдуманы и созидательны, и никому не будут приносить вред. Излучайте любовь. Очень важно не только простить обиды, но и помочь близким освободиться от этого тяжелого бремени. Ведь не только вам было плохо, а это воздействовало и на ваших родных, на близких, на друзей. Это очень важный момент. Любовь, она все очищает и она дарит жизнь. Избегайте любого насилия, психологического, словесного, физического. Запрещено уже не только перед этим днем, перед 26 декабря, но и в дальнейшем, после того, когда все ритуалы проведены, забудьте распускать слухи, раздражаться, говорить о ком-то в плохом ключе. Затмение пробудет темные стороны человека, и вполне возможно, что внутренний демон вырвется наружу, начнет провоцировать на деструктивные кармические мысли и поступки. Злые слова, оскорбления, негативные эмоции могут обернуться проклятием. Представляете, идет Новый год, а вы начинаете ругаться, с кем-то выяснять отношения после такого замечательного дня, когда можно было все это сбросить, забыть и начать новую жизнь. Новую жизнь с добрыми намерениями в любви, в мире, в созидании. В четверг, 26 декабря, нас ждет шанс изменить свою жизнь, взять верный курс и начать новый путь, но лишь при условии, что весь негатив, тянувшийся из прошлых жизней, из этой настоящей жизни, будет сброшен и нейтрализован. Мы желаем вам благополучно, успешно разрешить все жизненные трудности. Берегите себя и стройте новую, светлую, интересную, радостную жизнь в любви. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на канал «Эзотерика для тебя». Ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео на нашем канале. Ну а мы прощаемся и услышимся в следующем видео. Пока-пока!